Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Горчакова. Уважаемые пассажиры, я Стас Михайлов. Поздравляю вас с 80-летием московского метрополитена. И желаю вам любви. Любовь – это самое большое благо. Станция – улица Горчакова. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – бульвар Адмирала Ушакова. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, мне, женщинам. Станция бульвар Адмирала Ушакова. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Скобелевская. Уважаемые пассажиры, поздравляю вас с 80-летием московского метрополитена. И желаю вам ценить свое время, как и я его ценю. Каждым днем все больше и больше. Ваш Стас Михайлов. Станция, улица Скобелевская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, улица Старокачаковская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам, беременным, женщинам. Улица Старокачаловская. Переход на станцию бульвар Дмитрия Донского. Двери закрываются. Следующая станция Лесопарковая. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам, беременным, женщинам. Станция Лесопарковая. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Битцевский парк. Уважаемые москвичи и гости столицы, поздравляю вас с 80-летием московского метрополитена. Московское метро – это пассажиры, это сотрудники, это все. А все вы – это ритм Москвы. Желаю вам всегда оставаться в ритме столицы. Ваш здравствуйте. Станция – Битцевский парк. Конечный. Переход на станцию Новоясинская. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.